Здравствуйте, меня зовут Игорь Станкевич, я являюсь координатором общественной инициативы «Кобыляки. Расстрелянная вошь». Мы занимаемся увековечиванием памяти о расстрелянных и репрессированных вошах. В данный момент мы собираем подписи под коллективной петицией, под обращением к властям города с просьбой, чтобы на Могилевском шоссе установили памятный знак в память о репрессированных на этом месте советских гражданах. Дело в том, что еще в 80-е годы при строительстве железнодорожной ветки возле деревни Андреевщины в 82-м году на Кобыляцкой горе были обнаружены останки людей. Официальная государственная комиссия установила, что эти люди были расстреляны здесь в 30-е годы, перед войной. Причем расстреляны не немецко-фашистскими оккупантами, а именно своими сотрудниками НКВД. И у нас есть документ, акт 82-го года, где как раз комиссия рассказывает об этой информации. Также в этом акте упоминается, что под Оршей было еще одно место массовых расстрелов на Могилевском шоссе возле деревни Поддубцы. Сегодня эта деревня называется Понизовье. Совершенно недавно были опубликованы фотографии генплана Орши, на которых мы увидели, что два места вокруг Орши обозначены как места возможных массовых захоронений жертв политических репрессий 30-х годов. Это как раз Кобыляцкая гора, где установлен памятный знак и создается мемориал жертвам репрессий. И тот самый лес на Могилевском шоссе, который находится возле деревни Поддубцы, о котором упоминалось и в акте, и место, которое обозначено на генплане как одно из мест возможных захоронений. Вот поэтому мы обращаемся к властям, чтобы это место было каким-то образом увековечено. В 18 году на Могилевском шоссе оршанские активисты установили памятный крест в память о жертвах сталинских репрессий. И вот буквально пару месяцев назад мы узнали, что этот крест был уничтожен вандалами, причем сломан и вынесен куда-то, даже его обломки не удалось обнаружить. Поэтому мы считаем, что раз власти уже обозначили это место как место возможных репрессий, это место упоминается в акте 82 года, это же место упоминается в книге «Память Орши Оршанского района», поэтому мы и просим, чтобы власти установили здесь какой-то памятный знак. Если нам исполком ответят, что средств нет или это невозможно, ну, будем тогда думать, как это сделать за свои средства.